вот такой типа тестовый стенд сделал для улицы, чтобы в машину ничего не вкручивать, а можно было в машину положить и выехать на природу куда-то, чтобы никому не мешать. Аккумулятор 70 ампер-час Bosch, провода 4 квадрата, короб на 16 литров под 2 16 либо 2 18, вот такие кольца сверху стоят под 20. Вот передок опнул карпетом, ну так, чтобы сильно прям ДСП не был стрёмный. Усилитель двухканальный, вольтметр, магнитола Kenwood с хай-пас фильтром, не знаю какого порядка, до 180 герц режет. Ну и тут тюльпанчики простые. Тут вот такой вот пучок проводов, сюда смотал аккуратно, вроде бы. Ну, в общем, вот так вот все это выглядит. Это сейчас первый запуск. Ну, довольно-таки неплохо, мне нравится.